Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Барвиха Блэк Раш, блядь, пиздец. Сука, вы понимаете? Одни и те же вообще вещи. Барвиха и Блэк Раша. Почему обновление выходит только вот на этих двух проектах? Я ничего не понимаю, сука. Разумеется, выходит и на Flame Roleplay, но после, так знаете, небольшого такого то ли конфликта, то ли просто моих убеждений каких-то. Я больше не обсуждаю новости с этого проекта, просто потому что я не хочу. Мне немного противно от того, что они вообще делали и так далее. Вы, если не видели, то ну, можете вообще забить, можете там, знаете, опуститься в какие-то дебри канала, там все это посмотреть, потому что... Я, если честно, ну, я не знаю, Барвиха, Блэк Раш. Я уже просто, вот знаете, какая-то рутина, устаешь, то есть, либо то, либо другое. Какой-то аналогов не дано. Иногда бывает Сент-Тропей, иногда бывают там какие-то вот эти вот все прочие проекты, о которых вообще никто никогда не слышал, никто никогда не знает, однако, ну, типа, ну, а почему бы не обсудить? А, и, конечно же, Радмир КРМП еще иногда бывает. Однако, я тут даже не буду тянуть вот весь этот хронометраж, лить воду и так далее. Просто сейчас обозрею весь этот, знаете ли, новую модельку, которая там у них вышла. Если типа получится там 4 минуты, будет 4 минуты, получится 48 минут. Я даже, знаете, обрезать все это не буду, будет 48 минут. И мне вообще похуй поебать, абсолютно похуй, блядь, даже дверь открыта. Вот все, то есть это все, что я вообще могу сказать по поводу всего этого. Мне вообще, мне похуй поебать, и абсолютно точно, ну вообще похуй, блядь. Поэтому ладно, давайте уже, я даже говорить не буду. Барвиха показала новое авто марки Jeep. Как вам? Вот опять-таки, я вот только начал хвалить весь этот Life Mobile за то, что он постоянно вот начал уже на постоянной основе писать марку, вот модель вернее, все этой машины, марку-то он вроде как и до этого писал, модель начал писать, то есть просто джип. Типа, ну джип и джип, блять, а что, а какая машина-то, блять, как она, ёпта, модель-то какая? И вроде как, там, я не знаю, в комментариях некоторые вот начали писать, если не ошибаюсь, это Limited чего, блять, я сейчас зайду даже посмотрю, джип Limited, блять, что это такое? Jeep Limited, что это в самом деле? И давайте посмотрим. Да, такой действительно есть, вы представляете? То есть марка Jeep, блять, модель Limited. Ну, типа, круто, класс. Нам бы еще спереди все это показали, было бы вообще замечательно, потому что машины, тем более вот такие большие машины, я не знаю, как они называются, они сзади выглядят все одинаково. То есть прям вообще, то есть я не знаю, отличить как-то можешь только если увидеть вот этот вот маленький логотип слева, или как, может быть, отзеркально немного слева. В общем-то, в углу снизу, там, в каком-то из углов все это можно увидеть, то есть по-другому, ну, оно просто, знаете ли, не работает, и ты, типа, просто сидишь такой, думаешь, ага, ну, так они сделали, ну, тогда получается, ну, да, они так сделали, давайте посмотрим саму модельку. Сам градиент, типа, ну, я уже понял, что так падает цвет, но в целом, так, знаете, даже если цвет бы не падал, выглядело бы все равно не особо плохо, и я могу сказать, что, наверное, даже оно выглядит, ну, хорошо, в какой-то степени, в какой-то вообще в модели всего это, то есть, ну, наверное, оно выглядит неплохо, я не знаю, опять-таки, то есть, я в машинах мало что понимаю, но в целом, вот это вот раскрас все это хотя бы оно не режет глаза. Разумеется, тут у нас, я не знаю, как оно будет, то есть оно будет выглядеть как часть, которая не попадает на свет, вот это вот темно-оранжевое с черным, или оно будет выглядеть как часть, которая попадает на свет, то есть вот это вот прям ярко такое оранжевое и вот все такое, как оно будет выглядеть, не особо понятно, я вообще все это не понимаю, то есть, ну, вообще абсолютно, то есть я это все вижу, ну, типа, ну, вижу и вижу, ладно. И вот, смотря на весь этот джип, ты думаешь, господи, серьезно, вот они все это сделали, типа, ну, оно выглядит неплохо,
неплохо, в самом деле. То есть я как вот такой говнарь, который постоянно все засирает, который постоянно все хейтит, которого постоянно называют типа, чел, ну вот как можно вот столько всего хейтить? Зачем ты все это делаешь? Успокойся, давай и так больше не делай. То есть мне оно понравилось. Вот я не знаю, что хейтить со мной делаете, но мне эта самая моделька, она понравилась. Разумеется, вот я опять-таки говорю, показывайте то, вот вообще видео какое-то, показывайте, как оно все будет выглядеть в игре, потому что мне вот это вот абсолютно точно ничего не дает. Я вижу весь этот джип, ну типа джип и джип, что мне с ним делать? Все, то есть он есть и есть, и ничего с ним более я сделать не могу, как-то вот все, то есть я его вижу, все, то есть ничего больше нет. Я не знаю вообще, как мне на все это реагировать. Вот если кто-то скажет, как на все это реагировать, я, разумеется, отреагирую и скажу типа, а, ладно, типа, все хорошо, все классно и так далее. Вот, типа, а так сейчас я вообще не знаю, что это такое, зачем оно нужно и для кого вообще все это происходит, делается и многое другое. Однако, ладно, всем спасибо и, наверное, пока, до свидания и все прочие вещи также там в описании везде есть.